некая госпожа Гольц хочет воспользоваться нашими услугами. Я хочу, чтобы вы разыскали мою дочь Элину. Она исчезла в мае 6,5 лет назад. 6,5. Я вас прошу, помогите. Дело ясно, что дело темное. Элина была очень необычная. Ты знаешь что-то, чего не знаю я? Я тут девушку одну ищу, 6 лет назад пропала. Гольц и Полонская жили в одной квартире почти 2 года. Но они должны были дружить. Я не хочу об этом говорить, я не могу. После того, что она сделала, был очень плохой знак. Была она с ними? Была она среди паломников? Я хочу правды. Нашли в лесу труп. Женщина мертва. И, скорее всего, вашей дочери уже просто нет в живых. Ваша дочь умерла, не приходя в себя. Но ребенок родился живой и здоровый. Какой ребенок? Она вся в крови лежала. А рядом ребенок. У нас здесь произошло убийство. Мальчишка пропал. Выкуп не требует, никаких звонков, вообще ничего. Я впервые видел мать, по которой похитили ребенка, такой спокойной. Детинка!